Уборка территории старого речища Раки Сош поблизу агрогородка Новая Гута стала заключной кропкой акции «Чистый водоем». На протягу тыдня она проходила по всей краине. За 7 дён у Гомельской области очистить от смети поспели прибережные зоны литерально усих водоемов и рек. На оборону природы у перчатках и с пакетами для смети вышли экологи, представники громадских объединений и молодь. У нас есть чем сравнивать даже с первым годом, когда мы вывозили по 5-6 тракторных тележек только вот с этой черты, а в настоящее время, ну, так скажем, значительно меньше мусора. Наверное, и сознание людей повышено. Таких выников удалось досягнуть усяго за 3 года. Менавіта стольки проводится акция «Чистый водоем». При этом, окромя уборки, у перед яе проведения разгортывается широкая информационная работа с насильництвом. Як выник на гэты раз отсюль вывезли у 6 разов меньше смети, чем у первый год акции. Наш долг – это беречь природу и научить этому наше поколение. Надеюсь, что люди услышат нас и поймут, и откликнутся на наше, может быть, хотение, пожелание, чтобы везде была чистота и уют. И все же экологи подкресливают, коли есть, что пробирать, проблема еще до конца не вырешена. До речи, с надыходом шашлычного сезона, пробережные пейзажи все частей дополняют горы смети. Кабы сочесть порушальников не меньше, як 2 раза на тыдень, специалисты областного комитета природных ресурсов и аховы навакольного осяродья выезжают у рейды. Настоятельно рекомендую всем убирать свои отходы за собой в избежание серьезных штрафных санкций, которые могут быть до 30 базовых величин. Это на данный момент больше 3 миллионов. Вот. Чтобы впоследствии не оправдываться, что я это разбросал, но я сейчас уберу, а действительно, значит, чтобы наши берега были чистыми и всем было культурно и приятно отдыхать на природе. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».